Всем привет на канале Олдачман. Сегодня у нас с вами будет вот такой вот видеовыпуск. Не совсем новости, а, скажем так, факт, доказательство того, что у нас на канале говорится только правда, как в американских фильмах. Клянусь говорить правду, всегда только правду, ничего кроме правды. В одном из видеовыпусков у нас на канале несколько недель назад я говорил о реакции и негативных высказываниях украинских беженок в Германии. Как они поносят страну, как они обзывают, оскорбляют народ, населяющий эту страну. И, конечно же, там люди стали высказываться под этим видео. На момент, когда появился комментарий женщины под ником, скажем так, Елена Рыбалкина, не знаю, правда это или нет, на тот момент видео было уже 2 недели в интернете и собрало свыше 30 тысяч просмотров. Многие были комментаторы, которые говорили, что да, это правда, кто-то говорил, что все это вранье и т.д. и т.д. и т.д. Были даже те, которые говорили, что якобы это специально не украинские женщины, а проплаченные кремлевские боты, которые высказываются на суржике для того, чтобы очернить украинских беженцев. Так вот, через 2 недели после выхода в эфир того видео у нас на канале появилась вот эта вот женщина, я уже сказал, или девушка, Елена Рыбалкина, и оставила свой негативный комментарий по тому видео. Комментарий ушел в спам, потому что в нем присутствует нецензурная лексика. Но мы решили этот комментарий все-таки вытянуть, выудить из спама и предоставить вам возможность почитать этот комментарий. Для чего? Для того, чтобы все вокруг видели, что в первую очередь я в своих видеовыпусках на канале никогда не лгу, а говорю только правду. Так вот. Обратите внимание на этот комментарий. Я так немножечко в стороночку сдвинусь, да, чтобы лучше вам было видеть. Вот женщина пишет, или девушка пишет, что, мол, почему мы не высказываемся против арабских беженцев? Это залетная птица, которая пришла на канал, посмотрела только одно видео и посчитала, что мы только об украинцах и говорим. Почему, мол, мы не хаем арабских беженцев, которые то-то, да и готовить не умеют, да и ведут себя как свиньи, да она сама лично видела, как они все завтракают, обедают, ужинают в Макдональдах, да и оставляют после себя мусор, сорят и так далее, ведут себя как фиг знает кто. Сразу попутно вот по этому комментарию у меня к ней вопрос: а вы что же, тоже готовить не умеете, чтобы наблюдали всех вот этих вот арабских беженцев в Макдональде и утром, и в обед, и вечером? То есть вы тоже там завтракали, обедали, ужинали? Или, как она дальше пишет, что страна полное дно, и вы все не немцы, вы обслуга. К обслуге мы сейчас вернемся. Или она, вот эта вот дамочка, что написала такой комментарий, работала в Макдональде, мыла тарелки и полы? Почему она такой комментарий написала? Она хотела, наверное, оскорбить нас, унизить. Но тут она высказалась, что страна полное дно. И если бы она знала, то даже не приехала бы в эту страну. То есть она приехала в Германию, побыла здесь и уехала куда-то дальше. Я не уверен, что она уехала обратно к себе на родину. Но она, может быть, она поехала куда-то дальше, где платят больше. Кто знает? Всякое в жизни бывает. Так вот, по поводу обслуги. Специально для таких, как она, и лично для нее, я могу сказать: да, дорогуша, да, мы обслуга, мы обслуживающий персонал. Ты приходишь в магазин покупать товар, елки-палки, тебя там окружает обслуживающий персонал, продавцы, в простонародье. Ты приезжаешь на заправку заправить машину, к тебе подходит обслуга, как вы любите это говорить. Мы тоже обслуга. Вы, приехавшие сюда и не хотящие работать, хающие на эту страну, живете
за налоги тех, кто работает. То есть мы, грубо говоря, люди работающие, платим налоги, из которых обслуживают вас. Именно вас, которые приехали сюда и говорят, что страна говно, страна дно, люди свиньи, люди козлы, они улыбаются тебе в лицо, а за спиной готовы тебе плевать. Вы делаете точно так же. Точно так же, как делает ваше правительство, которое плюет в лицо западным политикам и тут же, не дав возможности этим политикам обтереть сопли, как ты сказала, с лица, тут же требует: дайте нам денег, дайте нам оружие. Вы ничем не отличаетесь от ваших политиков, вы ничем не отличаетесь от нас, пытаясь оскорбить людей, живущих в Германии, обслугой. Да, мы обслуга, и что дальше? Что ты хотел этим сказать? Что ты хотел этим сказать? Она мне написала, что ведите себя по-мужски. Ну, во-первых, не по-мужски, а по-мужски. Я более-менее стараюсь корректно себя вести во всех видеовыпусках, касаемо особенно темы украинских беженцев. Я очень много раз говорил о том, что украинские беженцы по статистике полиции в криминальной цепочке занимают едва ли 1%. Кто-то мне начал говорить: ничего подобного, мы тут 30 лет живем, мы видели, как эти украинцы тут бесятся, какой у них криминал. Да ради бога, может быть, в вашем городе, в вашем регионе, где вы живете, действительно такое происходит. Не забывайте, что Германия — это не один город, это не одна земля, это 15 земель и очень много городов, и в каждом городе все по-разному. А то, что она говорит, мол, мы все вот, знала бы она, что страна такое дно, она бы сюда не ехала. Ну, молодец, что, ты знаешь, вот ты не представляешь, как тебе там Рыбалкина, ты не представляешь, как мы тебе все благодарны. Я сейчас скажу за что. Мы тебе просто в ножки кланяемся за то, что ты наконец-то поняла, что страна дно, мы все говно, и ты наконец-то уехала. Вот за то, что ты уехала из Германии, мы тебе очень благодарны. Таких, как ты, здесь не терпят, здесь не любят, здесь не хотят их видеть. Просто не хотят. Едьте куда, в другое место, и срите там дальше на тех людей, которые, за налоги которых вы будете жить. Сюда приехали люди, бежавшие от войны. Многие из них действительно устроились на работу, действительно работают и ведут нормальный образ жизни. А такие, как ты, или вот как та тиктокерша, которая: девочки, да страна говно, люди дерьмо. Такие, как ты, и как она, и как сотни таких, как она, здесь нафиг не нужны. Если ты приехала сюда, извините, вот ладно, оставим мы ее в покое, вот эту вот госпожу Рыбалкину, пусть это останется на ее совести, вот этот комментарий. Может быть, она его и удалит к этому моменту, фиг ее знает, но комментарий зафиксирован и остается в этом видео тоже. Чтобы все знали, что я, еще раз повторяюсь, не говорю лжи ни в одном из видеовыпусков. Еще один человек нашелся. Его комментарий я приводить здесь не буду. Там полнейшая галиматья. Он мне прошелся по беженцам мусульманским. Мол, ах, распустили, говорит, сопли, бедные немцы. Вас, мусульмане, терроризируют. А почему, говорит, Германия до сих пор не заплатила ни копейки мусульманам за то, что Германия развязала две мировых войны? Мол, типа, говорит, платите к мусульманам и помалкивайте. Я ему написал, конечно, на немецком языке, человек, наверное, понимает все-таки, как бы. Говорю сейчас ему здесь тоже, в этом же видео. Дорогой Джамал, спасибо тебе, что ты открыл нам глаза на то, что Германия должна всему мусульманскому миру. А мы-то, блин, сидим тут в догадках, теряемся. Почему к нам едут беженцы, иммигранты, нелегальные из мусульманского мира? Получают здесь пособие и нигде не работают. И не хотят уезжать отсюда, и не хотят работать. Мы сидим и думаем, что ж такое? Ну, слава богу, ты открыл нам глаза на этот факт. Дорогой Джамал, спасибо тебе.
Приезжай ты тоже в Германию. Тебе тоже дадут пособие. А может быть, бицаль-карту тебе дадут, на которой ты сможешь ходить в магазин Aldi или Kaufland, покупать подарочные купоны, эти гудшайны, и перепродавать зеленым радикалам, чтобы они давали тебе наличку. Если тебе это нравится, приезжай, здесь тебе квартиру даст государство, как некоторые говорят, джоб-центр даст тебе квартиру, даст тебе пособие, будет платить за квартиру, а ты нигде не будешь работать. Ребятушки, такие как вот это вот Рыбалкина, как вот этот Джамал и сотни тысяч других. Германия дает один год каждому на адаптацию. Через год Германия начинает рыпать всех. Любого человека, приехавшего сюда когда-то 30-40 лет назад, 20 лет назад, спросите, не даст мне соврать, год вам дают на адаптацию. Тут языковые курсы, тут общежитие, после общежития помогают найти квартиру, вам дают деньги на подъем, есть такое понятие «Eingliederungshilfe», то есть деньги, помогающие вам подняться, интегрироваться в страну. А через год вас начинают дергать, вас приглашают в Arbeitsamt, сейчас это у вас «Jobcenter» называется, вас приглашают туда оператор и говорит, вот у нас есть работа для вас по вашей квалификации, пожалуйста, идите, работайте, то-то, то-то, то-то. А вы будете рыпаться, с вас будут срезать ваши пособия, и вы будете возмущаться, что за фигня. Да, и, кстати, не забывайте, те, кто сейчас кайфует на пособиях и считает, что государство просто обязано и дальше платить за квартиры, не кайфуйте. Лучше почешите себе одно место, потому что по истечении года государство вам пришлет бумаги, по-немецки не буду говорить, поддержка финансовая по оплате, по аренде жилья к такому-то числу заканчивается. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы у вас на счету была достаточная сумма денег, так как городские службы начнут снимать с вашего счета деньги напрямую за аренду вашего жилья. Для вас это удивительно? Госпожа Рыбалкина, или там Джамал, или кто еще. Для вас это удивительно. Так может быть проще, чем найти работу, а не кричать, что вы здесь не собираетесь жить, потому что страна говно, страна дно, люди обслуга. Да, еще раз повторяю, мы обслуга, мы обслуживающий персонал, каждый из нас. Мы работаем на работе, мы платим налоги, с этих налогов обслуживает государство вас, платя вам пособия и оплачивая аренду вашего жилья. Мы приходим в магазин, нас обслуживают продавцы. Мы приходим в магазин одежды, нас обслуживают продавцы в магазине одежды. Что тут такого, что мы все обслуживающий персонал? Ты себя-то хоть видела в зеркало, ё-моё, Елена Рыбалкина? Ладненько, эта тема такая гадкая, что ее можно продолжать без конца и края. Но опять-таки повторюсь, как я уже сказал в начале, я это видео отправляю к тому, которое вышло несколько недель назад у нас на канале, о высказываниях украинских беженок о Германии, о жизни в Германии и о народе. И в качестве доказательства того, что они действительно считают Германию отвратительной страной и народ ее населяющий вообще ничем и никем, вот именно этот комментарий. А теперь, пожалуйста, очередь за вами. Комментируйте, высказывайтесь, говорите, что это фейк, говорите, что это кремлеботы или еще кто-то. Мы остаемся стоять на своем. Среди любого народа как есть и плохие, и хорошие. Но залетные вот такие, как вот эта вот дамочка, бросившая здесь комментарий, будут просто-напросто удаляться в бан. Если еще раз она напишет какой-то комментарий, она уйдет просто-напросто в бан. Потому что такое общение у нас на канале нафиг никому не нужно. Ты поняла, госпожа, которую обслуживало немецкое государство, давая пособие и аренду жилья? Поняла? Ну и удачи тебе. Ну и всем, конечно, тоже. Нормальным, здравомыслящим людям здоровья, удачи, успехов. Не забудьте о подписке на этот канал.
дележки видео с друзьями, колокольчик. Ну и дальше все по программе. Всем удачи. Пока.